Новогоднюю ночь 2017 Наталья Лагольм точно никогда не забудет. Второй ребенок в семье стал настоящим подарком. Появление малыша ждали только через неделю, даже имя выбрать не успели. Но мальчик решил преподнести маме и папе сюрприз ранним утром 1 января. Хотя особых переживаний не было. Праздник, который начинался за новогодним столом дома, продолжился в роддоме. Срок чуть попозже был, на 5 число, даже потом сказали на 7, но вот он решил 1 появиться. Так вот, новогоднюю ночь я справила дома. Мы спокойно встречали дома с мужем, с малышом. Вот, то есть никаких таких стрессов не было. Но вот пришел, значит, момент ему родиться. Скучать в больнице молодой маме не пришлось. В родильном доме выходных не бывает. Малыши с календарем не сверяются. Мам, которые теперь вместе с Новым годом будут отмечать и день рождения своих детей, поздравил глава Самары Олег Фурсов. В подарок сувениры и сертификаты на покупку детских товаров. Стараемся делать так, чтобы в городе было комфортнее, уютнее. Очень много работы впереди у нас. Мы заботимся и о школах, и о детских садах, и о вузах. Знаете, открыт вот перинатальный центр, кстати, в этом году. Строится центр «Мать и дитя» недалеко от стадиона, тоже вот для всех родителей, значит, у которых, ну, есть какие-то определенные трудности, которым нужно помочь. Поэтому власть очень внимательно ко всем этим проблемам относится. Мамы, в свою очередь, благодарят врачей, которые эту праздничную ночь провели на работе. А работы в последние годы все больше. Рождаемость в регионе и в Самаре, в частности, растет. В прошлом году только в родильном доме больницы «Семашко» приняли более 5000 родов. На 300 больше, чем в 2015-м. Но к сюрпризам в новогоднюю ночь акушерам не привыкать. Женщины, идя в роды, знают, кто родится, чаще всего. Но, к сожалению, техника нас тоже иногда подводит. И один из случаев, когда пришли рожать мальчика, появилась на свет девочка. И мы еще на протяжении всей новогодней ночи доказывали папе и маме, что они родили все-таки девочку. И в этом году первого мальчика все же опередила шустрая девочка. Как уверяют акушеры, хорошая примета. Уже много веков на Руси существует народная примета. Если в новом году первым ребенком, родившимся на свет, будет девочка, то год обещает быть спокойным, мирным и благополучным. Если мальчик, то хлопотным и напряженным. Самару, судя по всему, ждет хороший год. По крайней мере, так утверждают акушеры роддома больницы имени Семашко. Да и к тому же год может быть богат на приятные события. Только 1 января здесь родились 10 малышей. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.